В загородном оздоровительном лагере «Кристалл» белый приблудный кот пока чувствует себя вольготно. Но совсем скоро его покой будет нарушен. Территорию займут настоящие хозяева. И повсюду будут слышны звонкие голоса. Идут последние приготовления перед заездом детей. В условиях пандемии коронавируса этим летом оздоровительная кампания началась несколько позже положенного срока, говорит заместитель главы администрации Валентина Кобзарь. Но сегодня уже можно сказать о том, что с 18 июля откроется первая смена. А всего их будет две. И эти смены будут иметь особый характер, потому что количество детей будет сокращено вдвое. Если обычно мы принимали по 130 человек, то теперь мы примем первую и вторую смену по 65 человек. Причем вторая смена будет носить профильный характер, кадетская. Главной особенностью этого года является то, что отдыхающие вместе с сотрудниками лагеря будут находиться в условиях закрытого режима. Все 21 день до окончания смены им придется набраться терпения. Ограничения касаются выезда за пределы территории. Нельзя будет посещать своих детей и родителям. Особое внимание хочу привлечь родителей и обратиться к ним с большой просьбой подготовить ребят к этим особым условиям пребывания в лагере в этом году, потому что дети должны понимать, что родители в этот период к ним уже не приедут, не будет, наверное, тех излюбленных вредных сладостей, которые они обычно привозили, чуть ли не каждый день приезжая в лагерь. Смена будет длиться 21 день. Здесь мы постараемся создать хорошие условия для того, чтобы ребятам было интересно, весело. Опять же, мы понимаем, что не у каждого, не у каждой семьи, не у каждого ребенка есть возможность пребывать вот так вот на природе. Здесь замечательная природа, отличные условия, будем надеяться на хорошую погоду. И со своей стороны, повторюсь, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один ребенок, ну, не почувствовал себя ни одиноко, не заскучал за те дни, которые он будет в лагере. Необходимо отметить, что при подготовке к открытию лагеря предъявляются строгие требования. Пропуском является наличие медицинской справки, которая предусматривает такую процедуру, как сдача анализов на предмет отсутствия заболевания коронавирусом. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».